Картины легендарного башкирского певца Фарита Бикбулатова подарили музей имени Михаила Нестерова. Почетный гражданин Уфы, народный артист Башкортостана, известный журналист и телеведущий. Песни в его исполнении полюбились тысячам слушателей. 8 августа ему исполнился бы 81 год. В этом году вот первый день рождения мы отмечаем без него, но такое ощущение, что он с нами, что он рядом, потому что здесь, в музее Нестерова, звучит его голос, который всем нам был знаком с самого детства. Картины звучат также лирично и с такой же огромной любовью к своей родной земле. Фарит Бикбулатов не имел профессионального образования, а рисовать начал только на 70-м году жизни. За это время он создал около 100 картин. Главная тема его творчества – природа родной республики. Вот эта картина с деревом, которая, это вот как раз-таки он ее нарисовал, когда был на родине в Хайбулинском районе. Нарисовал, сказал, чтобы это на добрую память, чтобы не забывали родные места. Посоветовались и решили, что наиболее удачная картина все-таки будет правильно передать в дар музея имени Нестерова, чтобы население, которое помнит, знает, любит папу, еще его открыть для себя вот с этой стороны, что он еще и был талантливым художником. В фондах музея хранится более 13 тысяч экспонатов. Коллекция постоянно пополняется. В прошлом году Владимир Спиваков подарил музею картины Давида Бурлюка. Внучка Михаила Нестерова выручила акварель известного живописца. Теперь экспозицию пополнят и пейзажи Фарита Бикбулатова.